Рустам Миниханов встретился с руководством машиностроительной компании «Махиндра». Встреча прошла в рамках рабочей поездки президента в Индию. Обсудили варианты развития сотрудничества в сфере производства сельхозтехники. Ситуация в Сирии не повлияет на безопасность передвижения татарстанских паломников. Об этом заявили представители хадж-оператора. По словам директора компании, самолеты не пролетают над Сирией. В прошлом году из резервного фонда Казанского исполкома было потрачено почти 100 миллионов рублей. Основная сумма расходов была направлена на оплату судебных исков и текущий ремонт детских лагерей.